Добрый день всем нашим подписчикам. Сегодня мы представляем обзор новых носков из Китая под названием Шугуан. Как вы видите, они черного цвета. Сегодня у нас распаковка, как вы можете понять и узнать из нашего видео. Размер. Размер у нас 40-44. Здесь в левом верхнем углу логотип. Логотип, ну, мало что нам можно сказать об этой фирме. Очень оригинальное название Шугуан. Ну, я не знаю, с чем связано это название, потому что, ну, очень трудно идентифицировать саму марку. Не относится она к каким-либо крупным производителям носков, мировым, которые нам известны всем и которые мы очень любим. Что, сейчас здесь крупными печатными буквами название. Как вы видите, шрифт. Шрифт Times New Roman, наверное, я так понимаю. Шугуан. Так, снизу крупного логотипа, то есть название крупными буквами, звучит. Изображено название уже, ну, наверное, это скорее относится к характеристикам. High Classic Fashion Men's Socks. Ну, кто знает английский, естественно, это переведут. Почему-то полоска в виде итальянского флага, не знаю, с чем это связано. Наверняка производитель хочет привести какие-то аллюзии с итальянским стилем. Ну, это проблемы их. Значит, бирка черного цвета, как вы понимаете. Довольно-таки приятная на ощупь. Такая рифленая поверхность. И пластиковая зацепка вот такая вот. Ну, довольно стандартная для всех комплектаций носков, тем более из Китая. Все это смотрится, ну, смотрится очень прилично, я бы сказал бы. Так, перевернем. Значит, у нас здесь характеристики. Состав, артикул. Ну, артикул нам не очень важен. Размер 40-44, как и на лицевой стороне указано. Значит, состав у нас хлопок 78%. Полиамид 4%, лайкра 18%, извините. Характеристики, ну, довольно стандартные. Мы проверяли тестом. То есть хорошим тестом, который нам известен. Это Socks 2.2, бенчмарки. Все у них на уровне. Как бы собрал 158 миллионов. Ну, довольно приятная цифра шерстинок, то есть не шерстинок, а как называется сейчас, катышков, 180 миллионов катышков. Качество. Далее у нас это у нас расшифровка кодов стирки, то есть стирать при 40 градусах, остальное, ну, это все это можете узнать в интернете, как стирать и как вообще ухаживать за данным видом носков. Изготовлено в КНР, Китайская Народная Республика. Изготовитель здесь по-китайски, то есть транслитом на английском. Джинхуа, Джангуюнг, Книтинг, Трэппингс, Компани ЛТД. Не очень известная мне фирма. Ну, можно узнать о ней в интернете. Ну, в принципе, сейчас все китайские носки производятся на хорошем довольно-таки уровне, как мы можем убедиться. Никаких нареканий особых они не доставляют, ну и восторгов особо не вызывают. Значит, адрес фирмы, ну, ни о чем не говорит, и импортер, как известно, как можно выяснить, это наш отечественный ГОСТ и сайт самого производителя. На сайте, да, можете узнать конкретнее о данной модели. Так, и штрих-код. Опять же, ничем не отличается оборотная сторона бирки от лицевой. Такая же ревленная, качественная поверхность. И в последнее время китайские производители носков этим очень не радуют, так как не очень приятно иногда брать изделия, на которые не очень качественная бирка
из низкокачественных материалов, бумаги, картона. То есть то, что мы любим называть китайским. Итак, распаковка. Распаковка. Значит, отрываем бирку. Довольно-таки ровно. Довольно-таки легко рвется. Не очень легко, конечно. Ну, как и все. Так, довольно-таки крепкая штука. Можно взять ножницы. Сейчас, секунду. Ага, спасибо. Обрезаем бирочку вместе с пластиковой скрепкой. Итак, носки. Носки у нас, как и было заявлено производителем, черного цвета. На них написан размер, то есть вышит белыми нитками 40-44. Носков неудивительно пара. Ну и материал соответствует, судя по ощущениям, если вот тактильным, заявленному на в характеристиках. Перевернем. Здесь мы, как видим, пустой, совсем ничего не изображено на носке, что, конечно, не очень радует. Я люблю именно, ну, это по моему вкусу, когда изображены различные узорчики в виде там, не знаю, там, надписей забавных, там, Гомера и Симпсона, например. Вот. Второй носок то же самое, без всяких опознавательных знаков. Просто черный строгий носок. Ну, дизайн довольно-таки строгий, ничего без изысков. Мне это не очень нравится, люблю что-нибудь повеселее. Но, в принципе, те, кто именно... Кому по вкусу именно такой строгий стиль, я думаю, оценят. Не будут сильно высказывать претензии по этому поводу. Пяточка. Довольно-таки обрисована, мне кажется. Ну, пока я еще их не примерял к себе, к своим ногам, к своим ступням. Но, на первый взгляд, жать не должна. Потому что не очень комфортно, когда жмет пятку. Не все это, как мне известно, это любят. Ну, я в том числе. Резинка, посмотрим. Ну, резинка у нас стандартная, в принципе. Растягивается хорошо. Довольно-таки крепкая. Я не знаю, как долго она будет сохранять свою первоначальную форму. Наверняка растянется. Но это характерно для всех китайских моделей. Когда со временем резинка может растянуться. Ну, это кому как. Некоторые не любят, когда голень слишком обхватывает крепко. Но опять же, повторюсь, что со временем эта резинка наверняка растянется и обеспечит наверняка комфортное сжатие голени. Ну, это уже обычный баг китайских изделий. Ничего с этим поделать, пока китайские производители не могут. Ну, я думаю, в них мы верим, как всегда. И со временем они такую неприятность устранят собственными усилиями. Так. В принципе, довольно-то приятный на вид вообще. Вообще очень красиво смотрится. Очень приятный материал. Я думаю, ноге в нем будет комфортно. О результатах самой носки. Ну, как сами догадываетесь, могу только сообщить спустя неделю носки данных изделий. Надеюсь, что меня результат порадует, о чем я и сообщу в следующих. В следующем своем обзоре. А так, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на мой канал, не подписывайтесь на мой канал, делайте что хотите. Ну а я буду продолжать свою нелегкую работу. Всем пока!